Еще! Lost my sense of logic. Think that I'm gonna explode. Echoes inside of my bones. Nothing brave, I never dare to take the leap when the chances come. You are special, ordinary. Can get you out of my mind. I'm gonna do it all for you. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юлия Фиолковская, и сегодня я приехала в одно очень красивое инстаграмное место на Пхукете. Оно открылось совершенно вот недавно, и здесь, как вы видите, практически нет людей. Место, конечно, не бесплатное. Чтобы сюда попасть, необходимо заплатить 400 бат со взрослого и 200 бат ребенок с года до 4 и с 4 там, до 8 уже, по-моему, 400 бат. Ну, в общем, на кого попадете? У нас вообще Марку 2,5 года, и его сегодня пропустили бесплатно по счастливой такой случайности. В общем, здесь есть вот такие качельки. Посмотрите, какая красота. Качели. И открывается просто потрясающий вид. Давайте насладимся с вами вместе этим видом. И еще хочу показать вам одно инстаграмное местечко. Это зеркало. Как вам такое? Сейчас разверну камеру. Вау, вот это да! Как вам вид? По-моему, вид вообще супер! Кайф! Ну, это такая первая локация. Здесь есть вот такая инстазона, типа гнездо. Тоже здесь получаются интересные фотографии. Вот оно. Прикольное место. На вот этих качелях. На них нельзя раскачиваться, на них можно просто спокойно сидеть. Сейчас покажу дальше, что здесь есть за локации, потому что... Вот именно здесь чувствуется, что очень сильно постарались сделать красиво. Ходить здесь нужно очень аккуратно. Везде, знаете, такие, чтобы вы не проскользили ногами, как бы упоры деревянные, и на них можно нормально так поскользнуться. И вот мы пришли вот к этой локации. Отсюда открывается тоже очень красивый вид. Можно посмотреть, да? Вау! Вообще, мне так здесь все нравится. Отсюда открывается волшебный вид. Вот он, кайф. Вот здесь вот такая локация. Очень красиво. Сейчас мы пролетим внутрь. Вау! Круто, да? Пойдемте дальше. Вообще, я сейчас активно работаю над своим гайдом по Пхукету, и там я очень подробно буду расписывать, как добраться в такие инста-места, как их найти, сколько стоило такси, и вообще, какие здесь условия, ну и много-много чего еще очень интересного. Поэтому, если вам интересно посетить все на Пхукете, самые красивые места, в которые вас не приведут никакие гиды, никакие экскурсоводы, обязательно приобретайте гайд по Пхукету. Я думаю, для вас это будет очень и очень полезно, и вы сделаете просто потрясающие кадры вот на таких интересных локациях. А как вам лестница в небо? Лестница в небо! Помните серию из Южного парка? Мы строим лестницу в небо. Зачем? Чтобы забрать билетик. Но если вы видели эту серию, вы понимаете, о чем я. Так, вот отсюда открывается вот такой вид. Здесь есть еще одна вот такая локация. Ай, как тут все красиво. Как я люблю, когда красиво. Ох. Супер вид. Просто супер! Я не знаю, как такая красота
существует. Ну как природа сделала это все? Ну просто восхитительно. Просто эти скалы такие мощные, деревья, все, ну просто шедевр, ну правда. Мы когда только сюда зашли, у меня, знаете, у меня такие просто вау, вау, и все время вау, так круто, вау. Сейчас я покажу вам дальше, еще локации есть очень классные и очень крутые. Но это больше, знаете как, для того, чтобы вы расширили диапазон своего инстаграма, сделали себе очень-очень много крутейших фотографий. И нам сегодня повезло с погодой. Нет выжигающего солнца, вот такие качели, как раз под мой костюмчик. И отсюда с качели открывается вот такой вид. Супер, да? А вот здесь рядышком есть вот такой классный мостик с розовыми цветочками. Тут тоже можно очень красиво присесть или встать. Ну, в общем, прям, ну кайф же. Смотрите. Прям место для выездной регистрации. Это я уже размышляю как организатор свадеб, да? Вот здесь подиум. Подиум, на него можно встать. И будет у вас вот такая фотка. Вот с таким видом, да? Здесь что-то типа вот такого кадра будет. Вот так. Тоже круто, да? Скалы, волны. Так. Дальше здесь у нас вот такой проход вниз. Вот здесь можно выйти на скалы. Но здесь есть кое-что поинтереснее. Здесь гамак. Не пользовалась. Здесь у нас вот такие красивые кувшинки. Оп, и ванная. Ванна. Вот с таким красивым видом. А если бы мне ее еще наполнили, о, это вообще такой кайф был бы, да? Эй, привет! Тут тоже можно сделать фоточку. Так, и вот это локейшн. Просто локейшн, локейшн, красивейшн. Как вам? Ну, постарались, да? Постарались же, красиво. Вообще, красота, красота. Супер. Супер. Цветочки. Так, идем дальше. Прям нон-стопом показываю, чтобы вот прям вам захотелось сюда прийти. Вот прям захотелось. Так. Ну, скажите честно, вы бы заплатили 400 бат за взрослого, чтобы зайти в такое красивое место? Я уверена, что да. Потому что просто на пляже фотки не сравнятся с такой красивой локацией, где все дизайнерски подобрано, сделано. И, ну, кайф. Честно, кайф. Лестницы очень долгие. Высоко подниматься нужно. Но следующая локация — это качеля. Качеля. Сейчас покажу, какая. Тут снимаются. Уже снимаются. Вот она, качеля. Сейчас покажу, с каким видом классным. Поднимусь. Знаете, как трудно подниматься по лестнице и снимать? Во. Качеля. Вот с таким видом. Вот оно. Ну как? Вот оно. Вот это кайф. Вот это супер вид. Вот это кайф. Так. Качельки. Еще одна качеля с таким видом. И здесь, знаете как, что-то типа таких беседочек, чайных домиков. Вон там наверху. Вон там.
типа столик с этими с блюдцами, а вон там еще вот прям на высоте еще какая-то типа качеля-лежак и уход в джунгли. Ну, тоже красиво по-своему. Но там не прям так живописно, как здесь. Здесь прям кайф. И так хорошо. И чувствуешь себя здесь так как-то расслабленно. Прям, знаете, энергетика положительная. Ходишь, наслаждаешься видом. Очень хорошо. Единственный момент, с маленькими детьми, конечно, страшновато, потому что нигде нет ограждений. Ну, они как бы рассчитывают на то, что вы в своем уме не будете прыгать, сигать. Кстати, когда вы заходите, там в правилах сразу написано, что нельзя прыгать с лестницы, нельзя там что-то еще. Ну, такие мини-правила. Но предупреждаю вас, что лучше всего, конечно, взять с собой кого-то, кто может присмотреть за ребенком, чтобы вы могли полноценно пофоткаться. У нас получилось так, что тайцы смотрели за нашим Марком, потому что мы приехали к самому открытию. Открывается, кстати, это место в 9:00, и тайцы очень мило с ним поиграли, поразговаривали, поразвлекали, мы взяли с собой игрушки. В общем, тайцы занимались полностью Марком, а мы ходили, фоткались. Я не переживаю, когда тайцы занимаются моим ребенком, потому что они классные, они знают, что как делать, они знают, что такое дети, как с ними разговаривать, находить общий язык. В общем, друзья мои, если вам понравилось это видео, поставьте ему, пожалуйста, лайк, напишите свой комментарий, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой телеграм. Если хотите узнать, что это за место, тоже напишите мне в социальные сети, в мой инстаграм. Если хотите приобрести гайд по Пхукету, точно так же напишите мне в любых социальных сетях, и ваш отдых будет самым кайфовым. Так что с вами была Юлия Фиалковская. До новых встреч. Пока-пока.